Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милости, будь ко мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего рабе живой дарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего рабе живой дарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего рабе живой дарова. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети из себе немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение. Но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизнь мою среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, и прославить мою, чтобы я имел и просветил мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твое, но разуметь заповеди Твои, исполнять волю Твою, получаться Слово Твоему. Открыл уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Царю Богу нашему. Боже мой, внемли мне, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди славословия Израиля, на Тебя уповали отцы наши, уповали и Ты избавлял их. Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в Тебе. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть
спасет, если он угоден ему. Но ты из верного чрева вложил меня в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от удобы, от чрева матери моей, ты Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, помощника нет. Множество тельцов обступили меня, сущные восставства прозили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я проелся, как вода, все кости мои рассыпали, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул гортань моей. И ты свел меня с персти смертным, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне и избавь от меча душу мою и от всех одиноку мою. Спаси меня от пасти зла и от рабов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя твое братьям моим посреди собрания, восхвалять тебя, боящиеся Господа, восхвалить его. Все силы Иакова прославь его, да благодарит труднейший сына Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страдающего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимся его. Да идет бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие его, да живут сердца наши вовеки, вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и покроются перед тобой все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучи земли, покроются перед ней все нисходящие в пест, и не могущие сохранить жизнь своей. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господний вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подсветляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тенью боюсь зла, потому что ты со мной, ты железо и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умостил велеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Итак, благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Господи, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и божился ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия Якова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимите двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимите двери вечные, и войдет царь славы.
Христосица славы, Господь сил, Он царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал доброго перед Тобой, избавь меня от зла, и пусть будет во мне воля Твоя, дай мне, не подвергайся суждению, открыть моим достойным уста, восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посвятил ночи, приношу Тебе песни, спаси. И прибавляю к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти. Не ужасайся надо мной, добровольно распявшийся, скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгрешный день Христе Богу, и спаси меня, Владыка человеколюбчий, став после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, люди, всякое Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. И на Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти, без всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец его сущего, удостой меня просветить Твою истину с просвещенным сердцем, исполнять волю Твою, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, все жители Божии, сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесных, живущих, зарающих долю земные, наблюдающих сердца и помыслы, ясно видящих тайны человеческие, безначальные, вечные, неизменный свет, который не оставляет затемненного места на своем пути, Ты сам, бессмертный Царь, прими моление наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешение наше, совершенное нами делом, словом, мыслью, вольным и невольным. Очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу ждать каждому по делам Его, то найдет у нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, готовы войти с Ним в радость и божественный чертог. Слава Его, непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блести мою бедную душу несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, Индия, на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не травмировать Бога никаким грехом. И молись за меня-то Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем,
и соделай меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица своими святыми, всесильными мольбами отгоняет меня ничтожного и несчастного раба твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения, берегся скверного, как хуйные помышления, несчастного моего сердца, помрачённого ума моего, и погаси пламень страсти моих, ибо я нищий слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний, неверения, освободи меня от всякого злого воздействия, ибо ты благословенна, а всех родов и твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о мне, святые угодники Божии, ибо мы усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Благородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословен ты между женами, благословен ты от чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей моих, братьев и сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им твои земные и небесные блага, и не лиши их милости твоих, посети их, укрепи, и силы твои даруй им здравие и спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей, и всех православных христиан, и прости им все их грехи, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное, со святыми покоя Христе, души рабов твоих, працев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Святися, святися, Новый Иерусалим, слава Богу Господня тебе, Россия. Ликуй ныне и веселися сегодня, ты же чистая, просвящая Богородица, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради пречистой Твоей Матери, преподобной богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. На Тихонович молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Аллилуйя! Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя. Страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. И, Господи, сохрани наше сокровище, книги здесь и в пути. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, что со столь дальнего путешествия Ты возвратил нас в сохранности и совершил это чудо. Аллилуйя.
ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю тебя, мой ангел, сколько лет ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей. Прошу тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарству, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Моли Бога о нас, Иоанн Креститель, предтеча Христов, и научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать и никому не завидовать, и каждому дару и жилье, и Сергею, и Гавриилу. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Святитель Христов и Никола, мир ликийский, чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящее. Аллилуйя! Святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирнский Устин, философ Косма и Дамиян, Андрей Стратилат, Ерун мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Греф. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь и укрепит, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей, заложили воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Дарует Господь жажду исследовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, укрепи нас в святой православной вере. Спаси, Господи, помилуй митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иерея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Липи, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнея, Александра, Диодора и весь священнический, иноческий чин. Дай нам еще священника, если угодно. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церковь твою Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Эрдогена, Амана,
К дару мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить мирное время. Приготовь землю себе к великим и страшным испытаниям, грядущим на Вселенную. Молите Бога о нас, вы те жены и девы, Фёкла, первомущенница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Будь милостив к нам, Владыка Святые Истины. Слава Тебе, Христе Боже наш, воззри на угрозы врагов и лживость их, и закрой их уста. И в судный день не помяни их безумие, не дай им погибнуть в ожесточении. И отступников найди, обрати. Александр, Михаил, Николай, всех Ты их знаешь, Господи. Благодетели благослови, расположи их к нам помочь. Елену. Евгения, Евгения, Наталья, Верму. Аллилуйя. Посети болящих, дай силу все перенести, пошли им здравия, Сергея, Алексея, Александра, Александра, Анна, Фаину, Калерию, Антонину, Игорь, Василия, Мария. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо все свое время будет на пользу. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, помилуй. Это наше сокровище, сайт и форум. Все сохрани для пользы многих трудящихся на нем. Игорь. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Александра, Германа. Светлану, Юрия, Эдуарда, обрати. Пусть все наше сродство найди, такие Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену. Марию, Татьяну. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Сохрани нас в святой православной вере и умножи наши таланты. А замысли еретиков ничто преврати и развей. Селение наше благослови, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту, Михаила, почти добрых жителей, знающих Тебя с детьми. И сохрани школу, Господи, помилуй, и труды наши да не будут напрасны. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Севастина. И освободи всех от тяги к миру, либо дружба с миром есть вражда против Бога. Кто любит мир, в том нет любви, Отче, да не будет этого с нами. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чада, Татьяну, Наталью, укрепи, Господи. Валентину, Алексею, Валентину, Одежду, Александра, 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 Дмитрия, Дмитрия, Олега, Алексея, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, найди, обрати, наставь, благослови. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, да будет благословен этот день, и прославляем жизни наши. И защити, и помилуй от всего, что не славит Тебя. Аллилуйя! Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Владыка, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Любящий Отец, услыши и исполни нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя.
Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб твой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Доброе утро, Христос воскрес. Мы утром небольшой урок проходим. В данном случае вот сейчас у нас о благовестии. Ведь если внимательно смотреть, читать Слово Божие, то не всегда даже и толкование требуется. Но написано: умножь таланты. Что умножь? Ну, в рост отдай. А тогда так выражались. Был один талант, умножил, вот тебе другие. Пять дал, вот тебе другие пять. А это нет, пошел, зарыл и скрыл. Все, догадываться ничего не надо. А когда сеял, вот сейчас весна, я даже смотрю, вот по интернету у нас людей в два, в три раза меньше посещаемость на форуме. Почему? На дачах все. Стабильно шло 700 человек, а сейчас дошло 300 человек в день посещаемость форума. Вот как бы незримо видишь это, ну как непонятно. Не сеял осенью, что будешь собирать? Никому не говорил, это сеяние отсутствовало, если не говорил. А сказал, сколько людей у нас приходит по интернету, новые люди. Совершенно никогда не знал их даже. И это во всех отношениях полезно. Потому что это радует сердце, когда новая душа приходит к Богу. Я говорю о том, что когда не стало благовестия, то все засохло. Есть журнал «Паломник» дореволюционный. И там я прочитал. Говорит, когда исчезли занятия священства, вне храмовые, вне богослужебные, отдельно, то нравственность ушла на дно моря. Это же прямая связь. Он не делал этого и не знает. Да кажет и верующий. А что, разве нельзя? У меня дед и бабка играли в карты. А почему нельзя? У меня дед курил, табак сам сеял. В огороде у нас табак рос. А почему нельзя курить? То есть с ним никто не занимался. А сказали, он говорит, я в один день все это выбросил. Вот тебе уже и спасение души. И против благовестия воевали. И поэтому мы пришли к тому, что у нас сейчас есть. И все еще на родном языке не дают людям, чтобы слушали Слово Божие, понимали. Мы несчастные люди. И вот есть такая у меня книга «К истинному православию». А там материал благовестия. Продолжаем. На каждый стих Библии святых отцов, и мы ответим себе, к кому же относятся слова о необходимости нести евангельское слово людям? К священству или ко всем христианам? Если Библия повелевает всем быть благовестниками, Деяния, 8 глава, 4 стих, рассеявшиеся ходили и благовествовали, чтобы им был явлен свет Евангелия, то кто же те, кто запрещает проповедовать царственному священству мирян, простецов? Священство духовное имеют все христиане, как учат апостол Петр и Иоанн. Это вопрос 108 из православного исповедания. Церковь времен апостолов не знала деления на клириков и на мирян в нашем смысле, как и не содержала самих терминов «мирянин», «клирик». О проповеди речь идет, а так-то отделяется, священник совершает богослужение, литургию, а мирянин простец не может. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. А одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания. Тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом,
иному чудотворение, иному пророчество, иному развещение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же все производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфян 12:4 и 11 стих. Кавычки открыты. Обмерщение церковного общества, принявшее уже в 4 веке катастрофические размеры в результате признания христианства государственными властями и массового принятия христианства людьми, которые ни по духу, ни по жизни не имели с ним ничего общего, явилось главнейшим отрицательным фактором, повлиявшим на учение о царственном священстве. Иерархическое священство не могло бы существовать без всеобщего священства, превратилось бы из служения в господство. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Матфея 20:25-28. «Из любящего соработничества, ибо мы соработники у Бога, а вы Божие нивы, Божие строение», 1 Коринфян 3:9, превратилось в эгоистическое самоутверждение. Равенство всех членов церкви перед Господом, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. 2 Коринфян 5:10. А одинаковые для всех возможности спасения являются той почвой, на которой только и может существовать церковь, как единый организм, скрепляемый любовью его членов к Богу и друг к другу. На этой почве только и возможно существование и деятельность иерархического священства, то есть мирян, членов церкви, призванных и возведенных через рукоположение в особый духовный общественный статус, именуемый духовным саном. Призыв следовать за ним Христос обращает и к другим. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Марка 10:21. А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Лука 9:59-62. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Матфея 16:24. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Иоанна 7:17. Посмотрите, братья мои, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хватилась, не хвалилась перед Богом. 1 Коринфян 1:26-29. Кавычки открыты. «Я прихожу в ужас, видя, на что отваживаются некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимать оное, не быв призваны Христовой благодатью. Не знаю того, что огонь и смерть собирают себе они, бедные». Ефрем Сирин, почивший в 373 году. «Надо прежде самому очиститься,
потом уже ощущать и умудриться, потом умудрять. Сначала самому умудриться, стать светом, потом просвещать, приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других, осветиться самому, а потом освещать. Григорий Богослов. В сравнении с атеистами, сектантами и еретиками, православные служители Треби являются самыми ревностными гонителями всех проповедующих истину. Учитель, если и мирской человек будет, но искусный же в слове и нравом чист, таково и доучит. Ибо написано, все научены будут Богом. Правило 15 апостола Павла, кормщая с оригинала патриарха Иосифа, лист 26 на обороте. Это я все оттуда выписал. Сегодня книга правил выпускается. Никто даже не знает, что эти правила были. Правила апостола Петра. Что и учитель, если мирской человек, совершенно никакого сана нету. Но искусный в слове, дано ему, видно, что говорит, и нравом чист, таковой да учит. А это запрещается. Мирянин, какое ты право имеешь? Это правило, когда убрали, а другое написали. Вы куда это дели? Запомните, 15-е правило апостола Павла. Сегодня архиерей-то не знает, что это было. Ну, уже несколько поколений печатают без него, и все. Есть удивительное священнодействие слова, которому признаны все христиане. Кавычки открыты. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычникам, будущее освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Римлянам 15:16. И как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Римлянам 10:5, Исаия 52:7. Но ты будь бдительна во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. 2 Тимофея 4:5. Когда и нищие благовествуют. Матфея 11:5. И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Лука 7:22. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. 1 Коринфянам 1:17. Ну, на сегодня, думаю, хватит. Коротко. Я еще не знаю, кто тут у нас есть, кто остался. Сейчас спрошу. Кто-то есть тут еще? Доброе утро, Игнатий. Доброе утро. Я сейчас буду отключать, и минуты, две, и события дня будут. Кто хочет, оставайся, остальные на покой отдыхайте.